что они полудохлые, это только первый садок. Ой, я не сказал про это, про то, что они не могут это не есть. А зачем их кормить? Знаете, специальные сложные рационные корма для диких птиц, гранулированные смеси, подсолнух и вот сейчас Чижка видит, что-то выклевывает. Зеленые корма, ну, пчеловы, конечно, не заморачиваются, они дают им, ну, самое простое, что могут, какие-нибудь жареные семечки или пшено. А вот видите, какой жадность птица пьет. Вода желтоватая, добавлен витамин для, там, для тонуса. А кто тут кто вообще? Вот этот вот, вот маленький Чижик пьет, а побольше это овсянка. Ага, а вот сидит вот такой с черной головой. С черной головой это снегирь. Это снегирь? Да, а самочка. Где у него красная грудь? Вот самочка. Они же ловят всех подряд, и самок ловят, и самцов. Вообще, вот бежала снегирь.